Спасибо. Наконец-то. Я уже думала, все. Саша никуда не в ресурсе. Как дела, Саш? Так, 20 минут ушло. Отлично, ты как? Ну, я тоже хорошо. Но у меня сегодня утро было, конечно, трешовое. Я от жизни охерела. У меня давно такого утра не было. Деньги, привет. Это вообще ужас. Я на работу чуть не проспала. Я вообще проснулась, мне до выхода на работу было где-то минут 15, чтобы вы понимали. Мне надо было успеть зубы почистить и одеться, и вообще форму взять. Я думала, я опоздаю. Но нет. А вы не проспали на работу? Кто проспал? Двадцать плюс 30 — это сколько? 2 + 3 — 5. 50 же, да? Блин, я не наелась. Я уже все съела и не наелась. Страшно. Мне денег жалко еще что-то покупать. Я вообще не хочу. Холмес, а ты чё молчишь, пупсик? Ошалел? Работа, и волк в лес не убежит. Убежит. Сегодня такая бабушка неадекватная была. Вообще, трэш. Короче, у нас тут есть девочки-стажёрки. И девочка-стажёрка стояла на кофе, получается. Варила кофе. Бабушка заказала кофе, Раф. Бабушка Раф заказала. Хорошо. У нее было много кофе, там, может, штук 9. И она просто очень медленная, потому что она... Я тороплюсь. Такая дружовая. И потом она сидела еще где-то час. Вообще уже. Меня за вилку не забанят. Сейчас прикиньте, забанят. Хунтер. Пунтера. Привет. Милк. Ой, МЛК. Милк. Ну, все, я все съела. Я еще голодная. Ты такая красивая душа моя.
Угу. Вообще пушка. Ракета-бомба. Петарда. Воровал. Ворую. И буду воровать. Что это? Мне песня надоела. Ладно, будь. Вот и буду. Воровал, ворую. А нет, или там что? Это где? На Мальдивах, что ли? Хунтер, спасибо большое за цветок. Спасибо. За палки тоже вставили нормально. Палки-выручалки твои. Да блин, как эту песню убрать? У меня еще фраза заела. Мне не 20. Мне 27 шла. У меня, походу, появился тут поклонник. На работе. Приходит парень. Молодой такой. Смотрит на меня, улыбается мне. Потом садится и вот так вот смотрит на меня постоянно. Походу, поклонник появился. О, снова зашел мне мой уровень. Дорогая, как тебя зовут? Сколько тебе лет? Мне 19. Я Саша. Hello. Hello, how are you? How are you, my friend? My friend, как там? Малко Чоглу. Боже мой. На работе, да. Блин, у меня так губы обветрились. Пекут очень. О, батон. Что батон хавает? Солью, походу. Стоит батон и соль. А ты где? Хунтер, ты русский? Я уже отработал. Лентяй, иди еще работай. Воровал, ворую и буду воровать. Был Ярик. А зачем вот это вот малкочу? Мал... Да боже... Убери мочегонку. О, боже. Напугала меня, Саша. Убирай. Договорились. Воровал, ворую и буду воровать. Да блин. У нас еще машина сломалась. Че такое? Че ты гонишь мусоршнягу? А чем вы занимаетесь? У тебя есть любимый парень? У меня есть работа. У меня есть... А что у меня еще есть? Ошалеть. А что белая сестра? В смысле белая сестра? Шех за Д себе поставить. Не надо. Пожалуйста, не надо. А что? А почему ты так подписалась, мочегонка? Малко чугу. Ярик. Ты по пьяни так подписался? Где ты теперь работаешь, Сашка? Вообще я работаю массажисткой. Вот вам нравится моя форма рабочая? Ну да, да. Соблазнительная, да. Это просто, знаете, это обман. Я не бариста. И не бариста ни капельки. Ворую. Этой косой можно кого-нибудь убить. Она такая, знаете, как у коня хвост. Саня, конский хвост. Борис, как дела? Лучше массажисты по Бигдору Шашка. Сашка, ну нет. Да ладно, шучу.
А то сейчас реально, вот новенькие ребята, они же подумают реально, что я массажистка в такой форме. Не надо. Все норм. Опять на работе. Да, бля. Мне не 20. Не 20. Андрей, а ты где хочешь, чтобы я была? Где? На Мальдивах? На Кипре? На... Где еще? В Египет не хочу. В Турцию не хочу. Саня, почем массаж? Ставка. А я вчера зарплату получила. Ха-ха-ха. Ну, правда, на маленькой. Ну и что? А знаете, как радостно было? Шалить, первая моя зарплата. Ну, в смысле, за долгое время. Да там мало, Андрей, там даже... Там, я не знаю, один Джек Дэниелс выйдет. Ладно, два. Валиды, трань с умом. Да там ни на что не хватит, на что мне тратить. Труселя закажу с феечкой, не Винкс, и хватит. Ну, ничего страшного. Да мало очень вышло. Ну, я ж болела. Боже, какая мне коса красивая. Убийственная. Не, прикиньте, реально, с размахом вот так. Да, все нормально. Точно? Андрюша, привет. Стокс, привет. А куда вот этот челик убежал? Который мочегонка. Тысячу? Нет. Мне не тысячу. Ты чё? Нет. Вышло меньше. Ты красивая девушка. Ты прекрасно выглядишь. Ты милая, симпатичная. Ебанута, нута, нута, я. Рублей меньше. Ну, у меня вышло меньше. В раза так два. Я не плачу. Ого, комплимент. Это он прикалывается так. Ну так вот, я сегодня чуть не опоздала на работу. Но у меня настроение было, чтобы вы понимаете, очень шикарное. Я проснулась реально за 15 минут до выхода. Я даже не красилась. Я быстро побежала на маршрутку. Вообще не красилась вот так вот. Я еще даже не проснулась, я еще не понимала, что происходит. Приезжаю на работе. Но тут меня дедушка развеселил, и все. И нормально все стало. Я хочу кушать. Долго добираться? Ну, вообще,